Итак, ребята, всем привет, с вами Гуф-Гуф, и сегодня я зашел на парочку минут в PUBG-симулятор, потому что появился новый код, я добавил его в честь Нового года. Кстати, ребята, всех с Новым годом, всем всего хорошего, всего самого лучшего и мира, это самое главное, это самое вроде бы обычное желание, но... Оно очень важное. И, короче, сейчас, ребята, я хочу вам показать кодик, который появился в честь Нового года. Пишите вы так. Year и 2024. Вводим, закрываем вкладочку, и мы увидим, что вот тут вот мне дают Gifted Legendary Egg. Ребята, одаренные легендарные яйцо. Конечно, это вообще имба. Тут плюс еще и бондей на 2 дня, чтобы вы нормально пофармились. И в первых полчаса вы вообще будете фармить много, потому что разгрузочка в 2 раза больше. И критикал шанс большой. Ну, это такое себе. Сейчас самое главное, это то, что мне дали яйцо легендарное. И это легендарное яйцо, это имба, потому что это будет мой первый легендарный щенок. Давайте мы попробуем его заюзать. Так, где же эти яйца? Стоп, мне надо найти их. Вот оно. Видите? Gifted Legendary Egg. Из него 100% выпадает легендарный щенок. Давайте кого-то заменим, что ли. Я даже не знаю кого. Ну, давайте... Так, линки мне нужны, там они и для фарма, и для, ну вот этот вот, он вообще такой себе, Бонни Инстант, не, пускай будет, ну ладно, я даже не знаю, давайте вот этого Блумпа заменим, Блюмбик, давай, о, нормально, выпал мне Чемпи, который увеличит урон всех моих щенков на 3, да, теперь все щенки будут нормально дамажить. И это очень имба, потому что апдейт 9 это апдейт, в котором появится много врагов. Побольше врагов будет. Ну, я не говорю, что прям карта будет фул засыпанная врагами, но мне кажется, что на каждой локации будет уже босс. Ну, не босс, а какой-то враг. Хотя бы элементарный, но он должен появиться. Это будет вот что по поводу 9 обновления. Ну а пока что вот что есть, то есть. Короче, ну я, конечно, хотел что-то другое, что-то для фарма, чтобы подготовиться к этому обновлению. Но вот выпало, что выпало. Ладненько, ребята, вот такой вот получается кодик. Юзайте и давайте, пишите в комменты, что вам выпало. Если честно, то вот смотрите, сейчас этих... щенков легендарных немного, всего 6 штук. Ну и больше всего я бы хотел, чтобы мне выпал либо вот этот вот Рио, который очень так прям жестко бустит всех щенков, они очень быстро будут копать и там атаковать, короче, все действия будут очень быстро делать, плюс я бы еще хотел либо вот этого синего, чтобы фармиться лучше, либо Сноуби. Вот, это то, что я хотел достать. Сноуби это вообще имба, он и разгрузочку дает, и разгружает рюкзачок с помощью снежинок, и плюс бустит. Ну, короче, ладно, друзья, вот такой вот ролик. Все, давайте, пока что вот на этом я прощаюсь. А, кстати, там вроде Бисмос скоро должен начаться, там он это говорил, что он, типа, ну, не обещает, что каждый год будет Бисмос, но он хочет сделать в этом году, и у него что-то там не получается. Я не знаю, снимать ролики или нет, но мне кажется, что нет. Так что... Ладно, давайте. Всем пока.